это фонарик. Первичная обмотка, кажется, 9 витков или 10. А вторичная, кажется, 34 витка. Или 32. Частота около 500 кГц. Вот такие пачки идут. Но они слишком редкие. Я думаю, вероятно, будет проще пачкоген сделать. И на нем какую хочешь, такую длину пачек можно сделать. А то тут мучиться вот с этим подстраивать напряжение. Вот я могу тут подстроить напряжение. Оно постоянно работает. Могу вот этим подстроить. Нужно. Резистор задымел один ом. Большой ток потребляет. Первично. Было. В общем, все хорошо подстроено. Вот фонарик 30 ватт. Вот так. Фонарик. Вот это уровень напряжения на плюсе и минусе перед диодом. Вот осциллограф, вот диод идет, и вот на него, где тут идет уже на плюсе, вот осциллограф, другой вот на минусе, щуп осциллограф. Теперь пока уровень напряжения вот тут выставлен такой, что телка выключена, не работает. Теперь я подкручу немножко его, и телка включится. Немножко просядет напряжение. Просело, теперь я опять выключаю. Что-то не срабатывает. Тоже на пределе. Подобрал резистор, поставил 10 кОм вместо 12. Вот, а теперь выключено. Включаю, немножко напряжение протянет. Ну как бы диод, на диоде потение, больше падения происходит, потому что больше ток, напряжение протянет. Теперь я поднимаю, отключаю опять, и вот такой всплеск поднятия напряжения есть. То есть как бы получается, это должны быть обязательно пачки. Ну что-то у меня эти пачки не получаются. Это дроссель 220 микрогенри. Тут правда еще немножко резисторы не так стоят. Еще один он добавил, чтобы там еще 0,5 Ом стоит, тут 1 Ом, тут 2,2 Ома на вторичной обмотке вместо 1 Ома. На пачке не получается. Вот тут подключу. Правда, я вот этот конденсатор отпаял, потому что подумал, что из-за него не получается пачка. Оставлено сток и сток транзистора.
Эти резисторы настало, чтобы потребление было меньше. Вот это плюс питание, это открывается транзистор, проседает напряжение, потом опять закрывает. Частота около 500 кГц. Никаких пачек я не вижу. Либо выключено, либо включено.